Сколько у тебя зрителей? 76. 76, давай, я тоже прямой лучше. Что за соревнования? Сейчас посмотрим, кого больше. Так, привет, я в прямом эфире. В магазине. Ко мне заехал Никита Турчинов. Привет. Так. Ну и чё? У меня больше зрителей, Никитос, чем у тебя. Всем привет, ты куда пропал? Я работаю. Вообще не пропал. У меня в 6 подъем, до 9:30, до 10 здесь вечер. До вечера в магазине. Алианка, привет. Кто? Алианка пришла. Алианка. Алианка, привет. Алианка, тебе покажу твою фотографию, ты будешь. Никите все интересно здесь. О, фотки такие. Здравствуйте. Не пропадай больше. Да вообще не пропадал, я всегда в магазине, приходите, всех буду рад видеть. Вот, а Аляночка здесь есть беременная. Сейчас. Вот, вот здесь она беременная. Никита, срочно домой, убирай фотографии. Сохрани эфир. Это твоя молодость. Люди делают скрин уже Алян. Ой, Никита довольный. Ну, чуть поднадоел, работы много, поэтому не снимаю видео. Вот, тоже. Чё? Ты сегодня говоришь, да, да, я... Чё, у меня большой коллектив, 8 человек. Все ребята новые, практически. Здравствуйте, Макс. Я не знаю, где Макс. Магазин находится в метро Дубровка. Давай даже покажем, как. Твои зрители, наверное, не знают, Никита. Конкретный адрес? А, вот ваш, да. Вот оно, метро Дубровка. У нас, кстати, хорошая погода в Москве. Женской обуви два зала целых. Приезжайте. Могу показать. Дима, без тебя так плохо. 313 за 5 минут. Да? Это место. Ну ладно, Никит. Кстати, Никита хороший, позитивный парень. Такой этот, подвижный ум, уверенный в себе. Молодец. Сейчас покажу женскую. Ну, я на видео, в принципе, снимал. Привет, я был у вас 5 июля, делал покупки. Спасибо большое, очень приятно. Ну, все нормально, довольны остались. Так, сейчас покажу женский. Вот, на женских два зала. Обуви. Вот отсюда начинается. Такой, цена. Вот, этот раз зал. Кстати, еще по 300 рублей тоже есть. Полный. Вот, этот раз зал. И он второй зал. Это все женское, по размерам. Шкаф размер. Вот здесь тоже. Вот так. Все показал. Вот так примерно. Дим, ты микрофон закрываешь. Я, наверное, закрываю, но и телефон у меня старый. Но я жду еще 2 месяца, через 2 месяца новый iPhone выйдет. Я себе сразу новый возьму. X уже не буду покупать, с X-ом уже все понятно. Через 2 месяца он будет старый. Так, Никита вызывает звездовозку. Хурику привет передает, твоя фанатка, девушка, ты ее знаешь. Да. Алина. Да, да, из Сочи, по-моему, да? Да, Сочи. Вы там жарко общаетесь с нами, да? Да, летим. Таня, да я не знаю, Таня, ну, работает в другом месте. Будет аншлаг. А где все старенькие? Нету. Состарились, да, на пенсии, во. А то реформу примут и под пенсионный возраст не подойдут. Так, Лена Сорокина тебе тоже привет передает. Из Люберец, помнишь, которую? Да, я помню. Да. Дим, чаще видео, как раньше. Не могу, извините, пожалуйста. Работы, вот. А это время отнимает очень много. Надо же интересно снимать. Всякие сюжетики, что были.
Вот нас вот так сейчас возле магазина. Мишка работает, да. На дачу не езжу. А что там делать Никита? Никиту отправили, я думал, на работу, потому что я на работу просил человека. У меня даже он объявление висит, требуется продавец. Но Никита говорит, нет, я одец приехал и обулся. Салам, Казахстан. Очень хорошо, спасибо большое. У меня уже 3 месяца ни грамма алкоголя. Трезвый хожу. Трезвый засыпаю, трезвый просыпаюсь. О. И молодое дело тоже все на трезвую голову. Мишка, у тебя? Мишка, да, здесь. Дим, привет. Привет, Настена. В магазине у тебя и женский ассортимент появился. Да, и женский. 2 зала женской обуви. Завтра еще женский джинс придут. Нормальненько, все круто. Работаем. Все крутяк. Мишка там вон, во втором зале джинсы развешивает, да? А, не, он пошел фотографии мне делать. Я с Никитой сфоткался, надо с Никитой фотку на стену повесить. Да. Его отправил в галерею электроники. Никита нет, не ушел с проекта. Дочка нормально, все, спасибо, хорошо. Не, не ушел он. Он ждет вон. Звездовозку свою. Новый состав у меня здесь. Все ребята у меня новенькие. Кроме Миши и Курика. Пак так не доехал. Да нет, конечно, не доехал. Димусь, привет, рад видеть. Покажи полки с женским ассортиментом. Дмитрий, добрый день. Блин, приезжайте лучше. Довольны останетесь. Точно, без покупки не уйдете. 100% даю. Такие, как цены здесь, нигде не увидите. 100%. В Москве 1 часов. Я приехал, а вы приехали? Приехали? Да. Он сказал... Что он сказал? Это вот... Сейчас мы поможем тебе. Этот. А то готов будет. Да. Этот. Миш, помоги, пожалуйста, возьми пакеты. Никита, проводи, пожалуйста. Все проводит, Мишка, тебе. Как здорово, дядя Миш. Кстати, хорошо заезжал. Во, сколько пакетов. Все, ну, извини, что левый, правый снимаю. Ты клевый. Спасибо большое. Подвижный ум, уверенный в себе. Все, Никита, удачи. Счастливенько. Не, Миш, поможет тебе, Никит. Машину что сказали? Где-то. Сейчас мы найдем ее. Какая машина? Алло. Да. Топ эфир. А где стоит? Ну, 300. У нас топ эфир. Не вот это? Вот она. Привет. Мишка похудел, да. Похудел. Хорошо. Он тоже не пьет. 3 месяца не грамули. Какой закон в магазине? Никитос. Топ-эфир. KFC? Пойдем в KFC. Хочешь, в прямом эфире зайдем в KFC? Здесь... Привыкли от меня. Я раньше, знаешь, сколько много снимал здесь? Все в KFC снимали. Вот у нас рядышком KFC. Магаз KFC. Рядом. А никого нет. В это время здесь никого нет. И все шкафы пустые. Да вон, возьми что-нибудь, вон. 5 за 300 сразу с собой бутылку воды возьми. Правильно я соображаю или нет? Думает. Ишь.
Шаня молодец. Да, под моим контролем. Вот так вот держу. Чтобы ничего никуда. Работай. Денег зарабатывай. Что у Миши с зубами? Он их будет делать. Сейчас деньги копит на зубы. Новый Афоню взял себе. Каких подарок там ударил девушку. Теперь, говорит, буду копить на зубы. Есть мужики 40-го размера. Да, есть. Кросс есть. Все есть. Тоже что ли поесть? Да, дочку назвали. Не скажет пока, потому что еще не крестили. Так, я, может быть, выключусь пока. Извините, пожалуйста. Так.